Всем привет! Вот выбрался я на коп в этом году первый раз. Это у нас первый сигнал. Это такой ключик. Но земля мерзлая. Не знаю, достану его или нет. Что там? Туговато идет. Не пришло и полгода, и вот я его достал, такой вот ключик. Здесь же будет что-то поинтереснее. Прошло где-то минут 20, тут вот мы с холма спустились, земля уже такая более размерзлась. И вот такая у нас вот находочка. Бубенчик. Жаль, что только что погнутый. А так вот, такая вот красивая штучка. Прошелся еще дальше. И вот у нас первая монетка. У нас 20 копеек 48 года. Такая вот монетка. Сегодня вот я уже перебрался на поле. И вот она, вот первая находочка. Не знаю, видно, не видно. Такая вот иконка. Ладанка. Уже с поля я перебрался вот в лесочек. И вот у нас вот такая вот монетка. Сейчас. Это 15 копеек 33 года. Герб вот плохо видно. Вот ямку уже засыпал. А кажется, тут еще в ямке была вот эта вот монета. Это у нас 5 копеек 29 года. Вот выпала у нас такая вот пряжечка. Скорее всего, что от часов. Он ближе к дороге уже выпала вот еще одна монетка. Это опять же пятачок. Какой же это у нас год? Вроде 1930. Нас тут тоже что-то сигналит. Но это у нас не монетка, а какая-то такая вот штучка с узорчиком. У нас вот вроде тоже какая-то монетка. Или монетка, или что-нибудь, даже не знаю. Здесь что монетка.
Да, это монетка. Это 1 копейка. Это 1 копейка 35-го года. В таком вот плачевном состоянии. Вся красная. Даже не 35, а 36. И у нас тут снова монетка. На этот раз это 10 копеек. Какой же тут год? 10 копеек 31 года. И у нас снова монетка. На этот раз это тоже 1 копейка. Уже вот. Это 1 копейка непонятного года. Уже вроде после реформы. Вот тут кабан прошурфил. Вот. И вот сверху была монетка. Это 10 копеек 31 года. Вот у нас с этой ямки такая вот монетка. Это у нас уже 20 копеек 33 года. Даже 32, наверное. Да, 20 копеек 32 года. Этой ямки вот выпала монетка, блин, но я ее зацепил. Жаль, это билончик вроде. Да. Это 10 копеек 21 года. Блин, ну только что срапнул, это плохо. Уже начинает пролетать снежок. Скоро, наверное, буду уже собираться домой. У нас все равно еще вот выпала 1 монетка. У нас вот 2 копейки 34 года. Такой вот красивый рельеф. У нас какой-то вот сигнал. Это у нас вот часть от кошелька. Да, это вот такого советского кошелечка. Самого кошелька-то нету. Жаль. Там была у нас часть от кошелечка вот эта вот. А тут вот вторая выпала часть. Вот он такой вот был кошелечек у нас. Точнее, это даже 1 часть от кошелечка. Еще должна быть такая же одна. Снег начал еще сильнее идти. Пожалуй, уже начну собираться, потому что неизвестно, что будет через час. Может, вообще засыпет, что и домой не доберусь. Вот что нашел за сегодня. Приду домой, почищу, покажу. Я так думаю, коп удался. Вот я приехал домой. Вот у меня вот такие вот находочки мои.
20 копеек 31 года, 15 тоже 31 года, 5 29, тут 5 у нас бог его знает какого года. Одна 36-го. Одна 35-го. Потом 20 33-го года. 10 31-го. 20 32-го. Такая вот ладанка, еще такой хрестик вот был, потом два тыльника от ножей, это казацких, где-то так 17 примерно век. Вот такая непонятная штучка, возможно фрагмент браслета свинцового, две пломбы. Так, даже зацепил лопатой их. Потом была такая еще одна копеечка 56 года. 2 34. Потом 20 48. Не знаю, такая вот непонятная штучка, но кто его знает. Тут я думал монета, но скорее всего, что нет. Ну, такая вот пряжечка, конина, скорее всего, что часов, поясочек, ну, возможно, или от обуви даже. Такая вот пряжечка была еще. Ну и вот эта монетка, такой 10 копеек 21 года. Такой вот лопатой ее зацепил, жалко. Ну, в принципе, так, сохран такой неплохой. Что ж, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!